саженцы сирени Стефан Маковецкий вырастают раскидистым кустиком с прочными стеблями. Листья насыщенного зеленого окраса имеют сердцевидную форму. Зацветает в мае мелкими, лилово-фиолетовыми цветочками, которые собраны в пышные, крупные соцветия свечевидной формы. Цветение издает приятный душистый аромат. Преимущество сирени Стефан Маковецкий – душистый аромат. Крупное цветение, которое подходит для срезки, требуется минимальный, редкий уход. Крупномеры сирени Стефан Маковецкий нужно посадить на солнечных местах для лучшего цветения. Однако может расти и в тени. Сирень обыкновенная Стефан Маковецкий – это кустарники высотой 200-250 см, диаметром 150-200 см. Цветет растение в месяц май, июнь, окраска цветка нежно-розовато-лиловая. Сирень обыкновенную Стефан Маковецкий создал Карп Афлыбский. Годом создания растения считается 1958. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.